Ваша реклама у нас завтра, сегодня, сейчас. Те 9 журналистов, которые оказались в Анкаре и в Стамбуле, увидели совершенно другую Турцию. Как правило, это надо было просто раньше встать, сходить на берег пролива. Вспоминался этот фильм «Стамбул. Город контраста», знаменитую бриллиантовую руку. Руководитель столичного медиахолдинга Екатерина Дубинская. В командировке на телеканале Т. Понедельник, 21:55. Вниманию акционеров АО МММ. Сообщаем курс акций торгово-финансовой компании МММ.